Друзья, всем привет! Вот я, короче, буду кушать яичницу с жареной картошечкой, жареным лучком. Это черное, это я посыпал черный перец. Вот, вы если тоже кушаете, хочу пожелать вам приятного аппетита. Блин, надо сейчас поем, пойду за водой схожу. Угу. Да. Без воды невозможно. Очень вкусно, друзья, вообще. Перчёненькое, как я люблю. А завтра я собираюсь в деревню поехать к отцу. Вот. Хочу там пожарить шашлыки. Правда, у нас очень жарко, но все равно хочу поехать. Ну, завтра на пару градусов будет уже. Поменьше, да? Послабее, чем. Да, тоже стоял прогноз на воскресенье, понедельник, вторник. Тридцать шесть. А завтра будет 34. Офигеть. Не сильно легче, конечно, но. Да я ночью проснулся именно из-за того, что я мокрый. Да, да. Но я сегодня вот в это мокрое даже полотенце на себя клала, потому что я по-другому вообще не могу. Вот реально, как рыба, выброшенная на берег. Не, тепло это хорошо, но когда больше 30, это, конечно, тяжело. Угу. Перебор. Как вчера. Птички. Фон для видео. Музыкальное сопровождение. Угу. Оформление. Как у вас музыка, друзья? Ну, я, наверное, пойду за водой туда, потому что там больше наливают. Угу. Они вообще полную прям наливают. А эти нифига. А что? Там же те же пару стаканов воды, это что же это? Ну, эти больше стали наливать, чем раньше было. Больше, но все равно меньше, чем те. Все равно меньше, чем там. Да, особенно это актуально перед сном. Да, вот я хотел сказать, ночью. Угу. Буду там покупать. Пусть немножко подальше, но зато. Да, не намного дальше. Ну, да. Там еще плюс то, что там машины не мешают, потому что где этот автомат постоянно, блин. Mm-hmm. Иногда вот прям вот так ставят машину в лор, ты не можешь вообще реально подойти к автомату. Ну, друзья, очень вкусно вообще. Обалденно. Вот правда, жареный лук, он такой вкус придает. Mm-hmm. И запах такой прям аппетитный, mm-hmm. да? Прям когда вот картошка с жареным луком, прям сразу хочется есть. Надо еще, знаешь, как-нибудь? Ну, хочу томатный сок купить.
Угу. И вот как тогда с жареной картошкой с томатным соком. Угу. Вкусно, да? Да, мне тоже нравится. Друзья, ладно. Всем пока, всем счастливо и до скорых встреч.